Выпускники 2024 года. Понятно, что сегодня день волнительный, потому что сегодня вы открываете череду государственной итоговой аттестации выпуска 2024 года. С 23 мая стартует основной период сдачи единого государственного экзамена. В 2024 году никаких существенных изменений в плане проведения ЕГЭ нет. То есть эта процедура продолжает оставаться стабильной, надежной, самое главное, прозрачной. Всем все понятно. В городе Волжске в этом году сдают экзамены 180 выпускников текущего года. Мы большое внимание уделяем вопросам безопасности. В этой связи у нас в обязательном порядке на пунктах проведения ЕГЭ присутствуют и работают представители МВД и медицинские работники. Я сдаю сегодня литературу. Ощущение, есть волнение, но страха нет. Как-то ощущается, как будто это все не со мной происходит, если честно. И пока волнительно именно потому, что первый экзамен. Поэтому как-то страшновато именно вот эти организационные моменты. А так все хорошо. Я иду на химию, очень рад, надеюсь хорошо сдать экзамен. Нет. На химию иду, ну страшно чуть-чуть. Я думаю, экзамен все-таки легкий будет. Вроде бы посмотрела Дальний Восток, там нормально все. Я иду сегодня на географию с хорошим настроением. Я уверена, что я все сдам, я справлюсь с каждым заданием своим. Я уверена в своих знаниях. Массовые экзамены у нас 28 и 31 мая. Это русский язык и математика. Они обязательны для получения аттестата. Раньше можно было пересдать, например, математику и русский язык в резервные сроки в июне месяце или в сентябре. Сейчас можно 4-5 июля сдать абсолютно любой экзамен, который выпускник, ну, посчитает, что он должен как бы изменить результат. Единый государственный экзамен по учебным предметам будет проходить на базе 5-й школы. Все они будут начинаться в 10 часов. В организационном плане у нас никаких изменений нет. Согласно порядку, выпускники должны с собой иметь ручку с черной гелевой пастой, паспорт, можно воду взять и что-то на перекус легкий, ну, например, шоколад. С собой запрещается брать средства связи, какие-то письменные заметки, справочные материалы и иные средства для передачи и хранения информации. Сказать, что все готовы и все готово для того, чтобы у нас эта экзаменационная кампания успешно началась и закончилась. А выпускникам я желаю, конечно же, верить в свои силы и чтобы удача не покидала на экзаменах. Желаю всем удачи хорошей, чтобы вы не волновались перед экзаменом, все у вас будет хорошо и варианты будут у всех легкие. Нужно всегда адекватно оценивать, чтобы было все хорошо. Всем удачи! Ни пуха, ни пера. К черту!